Всем привет! Сегодня буду рисовать аниматроника Фредди. Для этого берем черный цвет и рисуем 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. Ниже берем также 4 клеточки. Раскрасили. Ниже берем 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раскрасили. Теперь берем другой цвет. Ниже рисуем 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раскрасили. Ниже берем одну клеточку, рядом одну клеточку. Теперь от этой клеточки рисуем вправо 2 клеточки. Теперь 3 клеточки вниз. Раскрасили. Теперь вниз 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раскрасили. Одну клеточку влево, одну клеточку вниз, еще одну. 4 клеточки вниз. 1, 2, 3, 4. Раскрасили. 3 клеточки влево. 3 клеточки вверх, одну клеточку вправо. Теперь от этой клеточки пропускаем одну клеточку вниз, рисуем одну клеточку вверх, рисуем 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Обвели, раскрасили. От этой клеточки рисуем вниз 2 клеточки. Одну клеточку вправо. 2 клеточки вправо. Далее одну клеточку вниз. Теперь 9 клеточек влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. От этой клеточки 2 клеточки вверх, одну клеточку вверх и еще одну клеточку вверх. Теперь одну клеточку вниз, 2 клеточки вниз. Теперь влево 9 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обвели и раскрасили. Теперь одну клеточку вверх, 2 клеточки вправо. Раскрасили. Далее 2 клеточки вправо, одну клеточку вверх, одну клеточку вверх. Раскрасили. Теперь 5 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5. От этой клеточки пропускаем одну клеточку и рисуем 3 клеточки вверх. Раскрасили. От этой клеточки одну клеточку влево. Теперь от этой клеточки рисуем влево 3 клеточки. Раскрасили. Теперь 4 клеточки вверх. 1, 2, 3, 4. Одну клеточку вверх.
и еще одну клеточку вверх. Раскрасили. Теперь 4 клеточки вправо. 1, 2, 3, 4. Одну клеточку вниз. 5 клеточек вправо. 1, 2, 3, 4, 5. Одну клеточку вверх. Раскрасили. Теперь от этой клеточки одну клеточку вверх. Теперь 5 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Раскрасили. 3 клеточки вверх. Две клеточки вправо. Итак, теперь от этой клеточки одну клеточку пропускаем влево, рисуем одну клеточку. От нее влево одну клеточку пропускаем, рисуем две клеточки. Теперь от этой клеточки пропускаем вниз одну клеточку, рисуем две клеточки. Раскрасили. От нее две клеточки. Теперь от этой клеточки пропускаем одну клеточку, рисуем одну клеточку. Ниже еще одну клеточку. Раскрасили. Теперь рисуем от этой клеточки вниз одну клеточку пропускаем, рисуем три клеточки. Одну клеточку вверх. Раскрасили. Теперь берем оранжевый цвет. Рисуем две клеточки. Теперь здесь одну клеточку. Далее от этой клеточки вверх одну клеточку. Одну клеточку вправо. И одну клеточку влево. Две клеточки вправо. 5 клеточек вправо. 1, 2, 3, 4, 5. 2 клеточки вправо. Раскрасили. Теперь берем черный цвет и рисуем от этой клеточки 2 клеточки вниз. Рядом одну клеточку и две клеточки вниз. Берем оранжевый цвет. От этой клеточки рисуем 5 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5. От этой клеточки рисуем 4 клеточки вниз. 1, 2, 3, 4. Раскрасили. Теперь от этой клеточки рисуем 5 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Далее от этой клеточки рисуем 4 клеточки вниз. 1, 2, 3, 4. Раскрасили. Теперь от этой клеточки рисуем 6 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раскрасили. Теперь от этой клеточки рисуем 6 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раскрасили. Берем коричневый цвет. И теперь все раскрашиваем коричневым цветом. Не забудьте обвести глазки, чтобы нам их не закрасить. Это остается белым цветом.
Еще одну клеточку нарисуем здесь. Носик Фредди. Закрашиваем. Вот все, закончила я рисовать Фредди. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!